Кстати, в этом году сотрудники ноябрьского ОБЭП выявили еще одного нелегального перевозчика браконьерской рыбы. Муксуна Энельму жители Нового Уренгоя хотел вывести за пределы округа. А когда его начали проверять полицейские Ноябрьска, мужчина попытался дать крупную взятку – 200 тысяч рублей. И теперь, учитывая все эти обстоятельства, любителю незаконной рыбы грозит реальный тюремный срок.